Как я 100 баксов на это потратил? Как я не пошел на съезд? Мы сдали экзамен. Мы получили полтос. Плюс еще выполнили заказ на дерьмовый ролик. У нас 200 баксов. Я готов улучшить свой Возможно... Нет, не готов. 250 он стоит. Твою мать. Возможно, я так просто подумал, что... Че, привет, вам нравится ваша текущая компания телефонной связи? Уверен, что нет. Мобайфон предлагает вам самое... Xiaomi, быстрое интернет-соединение. Вам нужно платить за это всего лишь 20 баксов. Нет, спасибо. Хорошая попытка. Телефонная компания всегда старается продать новые вещи, но скорость интернета остается той же. Ха! Ха! Новую гарнитуру... Нет смысла покупать, наверное. Мышка скорость добавляет. Смотри, монитор новый можно взять. Да, монитор, мышку, клавиатуру. Это то, чего мы достойны. Ладно, и гарнитуру бокс. 150 баксов. Тут обнова. Фу, был отгружен, будет доставлен в ближайшее время. Отлично. Музыкальное видео. Введение, прошу прощения. Давай, открывай. Давай, монитор. Трищ. Вы хотите почитать? Я заколебал ты с этим чадом служить. Открывай. Мышка. Опа. Клавиатура, давай. А, да, клава новая. И новая гарнитура. И новая гарнитура. У-у-у, сейчас будет все четко. Сейчас ты пойдешь, короче, поешь. Мы будем учиться больше вообще. Все, задница учебы. Мы можем уже без этого обойтись. Понятно. Вот так. Я даже первое время учился. Потом задница. Да. 10 февраля мы отправимся на съезд. Сейчас 3. Естественно, мы пойдем. Теперь я хочу посмотреть, какая игра выходит. Долгожданную мистер Square Dancing выпустили на Honey Play Studios. Мне вызывали школу, сказали, что ты пропустил много занятий. Да и ладно. Мантенда с Минтенда выпустили не Крашменда. У меня только ПК, мама. У меня только ПК, мама. Ладно, вот на эту игру еще есть хайп. Да что ж ты будешь делать-то? Да что ты за... Какая она иногда корявая все-таки. Во, жесть корявая немножко игра. Низкое разрешение, без фильтра. Настроим вот здесь двоечку уже. Ну ладно. Погнали. Может быть, мне дадут консоль на той выставке новой. Итак, большой привет. Эй, ребята. Дальше. Время до начала игры. Саркастический комментарий. Игра зависнула. Да, профессиональный комментарий. Но игра зависнула. И интерактивный загрузочный экран. Потрясающе, мы снимаем ролик. Ладно, пусть будет смешной комментарий. Потрясно. Что делаем по монтажу? Значит, приветушки. Вот так. И вот так. Или вот так. Даже не знаю. Давай вот так. Монтаж просто. Склейки туда-сюда. Рандомайзер включаем. Смотри, монтаж работает. Монтаж просто на 100... Мы просто мастера монтажа. Поучиться, что ли, пойти? Не, давай работать. Работай. Разноси газеты. Пока ролики делаются. Херач, батрач. Давай, 200 баксов. Нужен новый компьютер. Новые игры, в конце концов. Я должен подождать, пока это видео загрузится. Тогда знаешь что? Тогда иди работай. Опять дальше. Не может? Черт, ладно. Мой машины. Бегом, 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 бегом. Я ваш сосед, могу ли я одолжить у вас одну игру? Да нет, свою купи. Ваш сосед зол на вас и поливает вас грязью в интернете. Вы потеряли часть подписчиков. Фак оф просто. 2 дизлайка. Фак. Спи. Спи, братан. Наработался. Молодец. Вау, видео по Broken Wars очень интересное. То, что нужно. Ты называешь это игрой? Моя бабушка может лучше. Ты про это там игры-то не было. Там завис... зависла игра и загрузочный экран. Если это ютубер, то я Бэтмен. Ужасный монтаж. Да отличный монтаж, что ты, а? Ты правильно делаешь, что придумываешь новые фишки. Ну так, со спи. Спи, тебе нужен сон. Тебе срочно нужен сон. Покушаешь, и можно еще за один ролик присесть. Пока игра не вышла из тренда. Пока у нас есть такая замечательная игра. Но она падает уже, кстати. Она в рейтингах падает, так что давай быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. У нас просто другой нету. Мега-ютубер, твою мать. Назову-ка. Падение хайпа Broken Words. Вы начали запись. Большой привет. С этого все начинаем, да? Главное меню. Саркастически. Давай. Угадали. Фак. Нормальная игра. Счастливое выражение чувств. Веселый комментарий прибыл. Тоже нет. Что ты плюнкаешь, шмунгаешь? Не смешной комментарий, итог игры. Ну давай.
А, типа нужно... А, чё я тупил-то? Угу. 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 Странный монтаж. Ну окей. Broken Word, падение хайпа. Пьяу, качество видеоконтента повышается. Мы то одно повышаем, то другое. Не, ну это нормально. Давай, брательник, уже. Вперед, нам нужны просто миллионы. Спи. Миллионы, блин, нужны. Скоро уже Game World. Ну и дата тестирования тоже скоро. Работай. Давай, натирай эту обувь. Все это нужно, к сожалению, друг. Все это, к сожалению, очень сильно необходимо нам с тобой. Как раз за это время еще и ролики загрузятся. Давай еще работай. Мой машина, дальше. О, о, всего один дизлайк. Лучшая игра. Геймплей очень интересный. Кто монтировал это видео? О, ну ужасно, видео по Broken Boards. Геймплей, знаешь что? Максел, выкуси, сука. О, у нас уже 6 тысяч подписчиков, скоро десяточка прям. Круто. Play Studios изжила себя и вскоре что-то там сделает. Отмен. Спи, говорю. Вы не пошли со мной на съезд, впрочем, я хотел спросить вас, может, вы хотите стать моим соседем? В смысле? В смысле не пошел на съезд? В смысле? Кто-то там сделает. Отмен. Как? Я 100 баксов на это потратил. Как я не пошел на съезд? Окей. Вам нужно заплатить на 2 месяца вперед, чтобы заехать в квартиру. Это стоит 160 баксов. Когда они у вас будут, мы заселимся туда. Да все, добро, поехали. Похоже, пришло время обзавестись собственной квартирой. Я могу посмотреть апартаменты, которые нашел мой друг, кликнув на дверь моей комнаты. Давай, бегом, а то мама он идет уже. Чем больше я получал опыта и выполнял задания, тем больше новых домов я открывал. Вот так вот примерно я и... провафлился в свое время. Так, подожди, чё вот? Вот чё вот? Чё вот? Чё вот? Чё вот? Чё вот? Где тут? Окей. Или что-то еще. Я не могу ткнуть. Я перезагрузился, я не знаю, поможет ли мне это или нет. Но буду надеяться очень сильно, что да. Хорошо, ты можешь теперь пойти поесть? Ваш дом? Ой, я могу все-таки переехать. Переезжаем. Мы вылетим нахер из этого нового жилья. Пока, мама. Все, пока. Пока, мама. Пока, мама. Пока, мама. Нет, в реальной жизни я тоже съехался с другом на съемную квартиру. Но это было где-то на 100 с лишним тысяч подписчиков, а не на 6.